соединим. А, я рад, что ты добрался, Хёлберт. Спасибо Сигурду. Он хороший проводник и собеседник. Рассказал мне пару историй. Лучшие были о тебе. Неловких подробностей в них не было? Нет, но были камни. Эйвор, не хочу перебивать, но что с Ледочестером? Союз заключен. Сыновья Рагнара теперь наши друзья. Рада слышать. Вы оба молодцы. Некогда ярлом называли того, кто подчинялся лишь королю. Теперь все иначе. Так зовут вождей, старейшин и просто людей с деньгами и властью. Мир меняется, становится больше. Он разделился на множество частей. Думаю, наш язык должен измениться. Интересная мысль. Калберт, ты здесь, чтобы учиться, а не учить. Тогда давай ты, Эйвор. Поведай, скажем, о наших последних приобретениях. Клан жаждет знать. Мне что, произнести речь? Так. Услышьте же, друзья, мой сказ о трудах и победах. С того дня, как мы прибыли сюда, я многое повидал в этом новом краю. И в скитаниях своих заключил я немало крепких союзов. Кёлвульф, король Мерсии, стал нашим другом. На юге Ярл Скона Сомы и Даны Грентебриджа поклялись нам в вечной верности. Мои с Сигурдом труды укрепили наши связи с... Послушать тебя, так ты ровня Сигурду. Интересно, что бы он сам тебе на это сказал? Сигурд знает, чего я добился, и хвастал бы этим красочнее моего. Но это не умаляет ваших заслуг. Ведь меня окружают храбрейшие и сильнейшие воины. Давайте выпьем. За Сигурда, да вернется он поскорее. За клан Ворона, верных и храбрых друзей. За Сигурда! За Сигурда! Да избавит он нас от тебя! И да будет ваш эль столь же хмельным, как у Дага. Сколь! Сколь! Ты думаешь, я пьян, Эйвор? Что, правда, глаза колет? Да, слова твои грубые. Но это говорит эль. О, мой разум не затуманен. И я вижу, как ты мечтаешь присвоить славу Сигурда. Если ты еще не пьян, пей. Это же пир. Мы чествуем Сигурда и его мудрость. Наслаждайся. Ну, конечно. Ты... Враги наступают от реки, вроде Даны. Даны? Сколько их? Слишком много. Скорей, бой уже идет. Мерзавцы! Чем мы не угодили Данам? Кто может сражаться? Вперед! Прочие, ждите здесь! Со мной! Рандви, чувствуешь жажду битвы? О, да! Вам не уйти отсюда живыми! Один! Дому!
нам умирать! Нас направили боги! Ты правда ослабел, а мы... Это мы еще посмотрим! Здесь вас всех ждет лишь гибель! Всех перебили. На реке чисто. Если и был кто еще, то решил не лезть. Из Гёталанда, судя по расцветке и узорам. Но зачем они здесь, мы так и не узнаем, раз нет выживших. Один есть. Этот червяк полз к реке. Хотел уплыть от нас подальше. Пощади меня, прошу. Я тебе еще пригожусь. Хочешь жить, ответишь на мои вопросы. Откуда вы здесь взялись и зачем напали на нас? Мы осели в Восточной Англии. Приплыли недавно. Искали добычи. Что-то вы с курса сбились. Тут Мерсия. Я знаю. У нас был приказ. Чей же? Так я и сказал. Пес ты бестолковый. В собственном заду серебро ищешь. Убить его! Отмолчишься, будет хуже, Гёт. Спрошу еще раз. Кто вас послал? Сам ветер. А воды рек унесут нас домой. Да он просит смерти. Уважим гостя. Или отпустим домой. Пусть поведает своим, что их ждет, если решат сунуться к нам опять. Иди и не возвращайся. Благодарю. Ты не помилован. Твоя смерть лишь отсрочена. Расскажи тем, кто послал тебя, что здесь их ждет одна погибель. О, я расскажу им все. Пусть за ним кто-нибудь проследит. Мы найдем... Так! Его нельзя было щадить. Все бы решили, что мы просто трусы. Другого выхода не было. Мы могли пойти за ним что-то выяснить, но теперь уже поздно. Сигурд поступил бы на моем месте так же. Мне этого достаточно. Сигурда здесь сейчас нет. Только я. Если вновь перейдешь мне дорогу, он об этом узнает. Я вижу тебя насквозь. Имею в виду. Не обращай внимания. Лает он громко, но не кусается. Нужно убрать тела, а после поговорим.
Тарбен, у тебя есть время? Я тут хотел... Гудбан, это я, Эйвор. Боевая кость. Странноватое имя для пекаря, да? Да, есть такое. Как же ты сумел его заслужить? Прежде чем прийти сюда, я вел иную жизнь. Грязную, кровавую. Я служил шайке наемников. Был их оружием. Таскался по всей Англии. Делал все, о чем они просили. А им нужно было лишь насилие. Потом я ушел, бросил меч и дал обет. Я поклялся никогда больше не проливать кровь. Отказаться от жестокости. Никого не убивать. Сложно было держать слово? Вовсе нет. Легко. Всегда мечтал о такой жизни, как здесь. Тут я, наконец, нашел мир. Во всем виноват я. Я привел это зло. Мне от него и избавляться. Нет. Кто угрожает тебе, угрожает всему клану. Я этого не допущу. Они жуткие люди, Эйвор. Не стоит в это дело впутываться. Ты меня не расслышал? Кто угрожает тебе, тот угрожает и мне. Так дадим же им отпор. Вместе. Хорошо. Я буду ждать тебя снаружи. Есть у меня догадка, где они. Если собираешься к старым друзьям, я готов помочь. Хорошо. Идем. Имею в виду, если дойдет до драки с бывшими моими людьми, я справлюсь сам. От тебя мне нужно только прощение. Нечего прощать. Ты ушел, они тебя преследуют. Я сделаю все, что потребуется, чтобы защитить свой клан. Ха. А ты наслаждаешься этой жизнью, да? Пока нас не заметили, расскажи, чего ждать. Они нападут сразу же? Нет, не думаю. Вряд ли так будет. Вилф так не поступает. Да, он очень умен и при встрече даже добр. Кажется, будто вы друзья. Или даже семья. Я встретил его 10 лет назад, и он был первым, кто меня по-настоящему принял. Оценил меня. Он сказал, что у меня дар. Запугивать, убеждать... причинять боль. Он увидел, что я силен, и понял, как сможет меня использовать. Чего они от тебя хотят? Чтобы я вернулся. Чтобы стал тем, кем они меня считают. Огромным чудищем. Прежде вся моя семья была они и Вилл. Но их любовь с оговорками. Вилл умел лишь то, чем он владеет. Что думаешь делать? Я точно к ним не вернусь. Не хочу больше лить кровь. А в остальном сложно сказать. Кто знает, что у них на уме.
Мы рядом. Вот тот дом. Думаю, они там. Имею в виду, Эйвор. Не верь первому впечатлению, как и словам Вилфа. Он просто змей. Я видел множество сладкоречивых, но коварных людей. Да, да. Я просто предупредил. Ну, пойдем внутрь. Гудбан, мальчик мой, ты получил послание и привел с собой друга? Кто ты, Дан? Его новый хозяин? Я Эйвор. Вы ограбили женщину из моего клана. И вы за это ответите. Знаю, знаю. Сам себя корю. Передай, она же Текла, да? Так вот, передай Текле, что Эль у нее отменнейший. У нас больше нет дел, Вилф. Это ты так думаешь, парень? Я тебя кормил, поил, дал кров и богатство. Сделал тем, кто ты есть. За все это он рассчитался потом и кровью. Разве не так? А ты дерзкий, это славно. Но наш с ним договор был заключен куда раньше, чем ты доплыл до Англии. Впрочем, если тебе хочется очистить имя Тарбена, я только рад. Вопрос лишь в цене. Несколько недель назад воины отобрали у меня, скажем так, товар. Хотели и меня забрать, но я ускользнул. Если не трусишь, верни мне мою собственность. Сделаешь это, и твое имя будет очищено. Я... не могу. Я обещал себе, что оставлю эту жизнь. Но... если это поможет Тарбену, я добуду товар. Где эти воины? Разбили лагерь к западу отсюда. Это свора жирных безмозглых вояк. Даже вслепую найдешь по запаху. Жди здесь. Мы вернемся, ты и рога новые отрастить не успеешь. Ступай с Богом, Эйвор. Ты все нашел? Да. Давай отнесем это Вилфу. Я бы сам так легко не справился. Часто вы с Вилфом и его семейкой мародеров такое проделывали? Такие вот ограбления?
Это еще что? Мы крали у бедных, убивали слабых, обманывали слабоумных. Были ниже мокриц. Память о наших лучших днях вызывает дрожь, а о худших – слезы. Тогда забудь о них. Помни лишь то, что делает тебя лучше. О-хо! Они вернулись! Товар у нас. Прекрасно. Сложите здесь. Записи. Ну, конечно. Все честь по чести. Какие все недоверчивые. В темные века живем. Ну что, теперь все? Ага. Можешь идти на все четыре стороны и стать скучным Тарбином-хлебопеком. А ты, Эйвор, если когда-нибудь устанешь от размеренной жизни, нам пригодится талантливый вор. Подумай. Тарбин, теперь все хорошо? Да. Не знаю, как благодарить. Я приготовлю. Я приготовился к худшему, когда он сказал Гудбан. Давно я не слышал этого прозвища. С ним связано много жути. Догадываюсь. Как ты у них очутился? Когда мать умерла, я начал искать семью. Вилф мне ее дал. Он увидел меня, принял и сказал мне, кто я такой. Кем я мог стать. Сейчас я уже не так одинок. У тебя меня принимают таким, какой я есть. Это лучший подарок в моей жизни. Мир. Многие спокойны, потому что никогда не видели бури. Ты пережил ее и выстоял. Большая редкость. Спасибо тебе. Ценю. Думаешь, Текла простит меня за то, что ее ограбили? Она добрая женщина, многое повидала, и воры — это не самое страшное. Пожалуй, клан воинов не создашь, не пережив сотни опасностей. Знаешь, а я тебя сразу заметил. Только увидел, понял, что в тебе есть что-то особенное. У тебя доброе сердце. Это видно по глазам. Поверь, я много бессердечия повидал. Если ты видишь проблему, то решаешь ее, так как знаешь, что лучше решить, чем запустить. Такова уж доля главаря. Другой бы проклинал ответственность. Но ты держишься.
Хорошо снова быть дома. Конечно, если я не лишил себя права называть его домом. Тебе здесь всегда рады, несмотря ни на что. Занимайся любимым делом, а большего мы не просим. Что ж, платить свежим хлебом. Я очень даже готов. От прошлого осталось лишь одно. Да, те записи. Бросай. Порви с прошлым. С радостью. Приветствую. Янь Ли, это список долгов? Нет. Тут имена тех, кому я еще не все доставила. Пока жду плату. Живут они все не близко. Может быть, у них просто нет времени на дорогу? Возможно. Если сможешь доставить все вместо меня, получишь долю. Тебе они уж точно в плате не откажут. Мысль интересная. Может быть, найду время. Оставь список себе. У меня новые товары. Дай взгляну на товары. Советую. Тебе это очень пригодится.
Только дурак это не купит. Будет отличный выбор. Куплю. Всегда рада с тобой торговать, Эйвор. Среди моих лучших покупателей. Это все? Еще увидимся. Увидимся, Эйвор. Пожалуйста, расскажи еще. Ладно, ладно. Но лишь потому, что у вас такой хороший вкус. Это случилось очень давно. В оазисе посреди далекой пустыни. В таинственном и чудесном месте, где стоял храм скрытому богу. Тот храм охранял один гордый человек с благородным сердцем, но простого рода, защитник священной мудрости. И была у него жена, ученая, что проводила время, читая древние труды и познавая тайны пустыни. Был у них и сын, которому хотели они передать свои умения и мудрость, чтобы взял он от них все лучшее. Но так случилось, что их храмом захотел завладеть король той земли.
Защитник попытался этому помешать. И была битва. Мальчик погиб, а храм был захвачен. Убитые горем, защитник и ученые не смогли больше быть вместе. Этот их король просто Эрги, трус. Его самого надо убить. Совершенно верно. Защитник с ученой долго шли разными дорогами, и каждый искал способ отомстить за сына. Но поодиночке они нашли только горе и боль. Друг без друга они могли лишь рыдать и проклинать судьбу. Много лет прошло впустую. В конце концов, они вновь встретились и обнялись, как бывало прежде. Тогда-то они и поняли, что делали не так. Лишь союз, от которого родился их сын, мог теперь принести им победу. Защитник научил ученую сражаться, ездить верхом и читать следы, а та передала ему свою мудрость и знания. Они все делали вместе. Ходили, ели, спали и занимались. Никогда их не видели порознь. Но как-то пришли они на берег одной реки и поняли, что научили друг друга всему, что знали. Они поцеловались и вновь разошлись. Она ушла на восток, а он на запад. Больше их никто не видел. Но говорят, что раз в год на то самое место прилетает пара орлов. Они сидят там и смотрят на воду. Жители тех мест любят этих орлов и считают их появление добрым знаком, символом защиты. Они стали птицами, как Локи стал лососем. Возможно. Еще говорят, что орлы – дети той пары, рожденные от обреченной любви. Но точно никто не знает. Хороший рассказ. Очень красиво придумано. Придумано? Все мои истории почти полностью правда. Рад видеть тебя. Что предложишь сегодня? Мне уже пора. До встречи. Ты иди, а мое место здесь.
враги были обречены. Еще бы, против моего-то оружия. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Неплохо сделано. Мне пора. Увидимся. До встречи, мой друг. Эйвор, твой народ вновь меня впечатлил. Враги были обречены с самого начала.
Держи. Это пригодится тебе куда больше, чем мне. Я очень рад, что ты их приносишь. И хочу дать тебе знак глубокой признательности. Освободим Англию от этих чудовищ. Мне уже пора. Ступай с миром. До встречи. Верно. Переставил все лишние. С возвращением. Вижу, твой путь был нелегким. Верно. Переставил все лишние вон туда, чтобы они не мешались. Знаешь, а это очень хорошая мысль. Келберт, все в порядке? Да, но я хотел бы тоже принять брошенный нам вызов, а не прятаться в длинном доме. Ты находился именно там, где должен был. Защищал людей. И себя. Знаю. Я просто... Наших сил было достаточно. И твой отец помянул бы меня недобрым словом, если бы с тобой что-то случилось. Да. Но я не хочу оставаться в тени отца, пока я тут. Мне нужно учиться, а не только смотреть. Не сомневаюсь. До встречи.
Молва о нашем поселении распространяется, так что осмотрись. Может, увидишь новые лица? Посмотрим на карту союзов. Даны, что напали на нас, пришли из Восточной Англии? Да. Они служат человеку по имени Рут. Похоже, он сеет раздоры среди саксов и среди данов. Сыновья Рагнары давно хотели успокоить те земли и поручили некоему Финеру найти короля из саксов. Но с тех пор королевство пришло в упадок. Короля так и нет, а народ страдает от жестоких набегов. Предлагаю отправиться в Восточную Англию и во всем разобраться. Значит, пора на восток. Поговорю с этим Финером лично. Прекрасно. В добрый путь. Посмотрим на карту союзов. А что с Оксенфордширом? Сигурд что-то о нем говорил. А, да. Сигурд, кстати, уже там. Хочет с тобой встретиться как можно скорее. Он связался с мятежным Теном, Гедриком. Рассчитывает сделать того новым элдерменом в обмен на союз с нами. В центре Бакингема есть таверна. Сигурд будет ждать тебя там. Тогда отправляюсь к брату. Где этот Бакингем? На реке Грейт Уз, что течет посреди Оксенфордшира. Сигурд будет рад тебя увидеть. В добрый путь. Посмотрим на карту союзов. Хайсом просил меня отправиться в Люнден. Что ты знаешь о нем? Хальфден Рагнарсон когда-то пытался захватить этот город. Но Люнден никому не покоряется. Хайсом говорит, город под властью странного ордена. Ордена древних. Он просил найти и убить этих людей. Так мы поможем жителям Люндена и, возможно, обретем союзника. В таком неспокойном месте стоит попробовать. Начни у северных ворот и расспроси местных. Ладно. Что же, буду ждать вестей.
Посмотрим на карту союзов. Даны, что напали на нас? Да, сытно при... Значит, пора... Прекрасно.